Здравствуйте, вы на канале с Ольгой на 6 сотках. Сейчас я вам хочу рассказать о таком очень довольно-таки опасном и коварном заболевании. Это клястиус, париоз или дырчатая пятнистость. Вот второе его название как раз по признаку поражения. А если вы не каждый день бываете у себя на участке, можете приехать и увидеть вот такую картину. Ваши растения, ваши сливы, вишни, черешни в таких вот отверстиях. Вот такие вот отверстия. Естественно, вы можете решить, что это поражение каким-то вредителем и начнете неправильную борьбу. Поскольку причиной вот таких вот отверстий является не погрызы, не повреждения вредителям, а грипп. Это вот так проявляет себя дырчатая пятнистость, поэтому она и имеет такое название. Это заболевание развивается очень стремительно. Инкубационный период буквально 3-4 дня, и через неделю уже ваши листья покрываются пятнами. В зависимости от породы дерева, пятна могут быть бурыми, бордовыми или коричневыми. Затем серединка пятна подсыхает, вот так вот образуется некроз, и она выпадает. Вот эта вот середочка выпадает. Вот все, ее нету. И на ее месте появилось вот такое вот отверстие. Вот он. Лист выглядит как будто поврежден вредителями. А повреждает этот гриб не только листья, но и цветы. Повреждает он плоды. На плодах появляется тоже коричневое пятно. Плод развивается таким однобоким. Сахаристость его пропадает. И качество, и самоурожайность снижается. В принципе, даже плоды не очень приятно и есть. На побегах тоже появляются коричневые пятна. Почки, пораженные дырчатой пятнистостью, становятся коричневыми, в конце концов погибают. Гриб очень опасен, поскольку он развивается в течение всего сезона и размножается он, разносится по растениям при помощи насекомых, при помощи ветра. Зимует он на опавших листьях, на ветках, на почках под капельками камеди. И в течение сезона гриб несколько раз может поражать наши растения. Даже в теплые зимы, теплые осени, когда дерево в покое, гриб продолжает свою бурную деятельность. Какая же борьба с этим неприятным заболеванием? Во-первых, все растительные остатки, все листья мы собираем и сжигаем. Обработка – это имеется содержащими препаратами. 1% бордовская жидкость обязательно перед цветением и после цветения. Препарат ХОМ. Неплохо показал себя препарат Абига Пик. То есть обязательно вы проводите профилактические обработки этими препаратами и в течение сезона. Если не принимать какие-то меры, вы просто потеряете дерево. Вот это вот поражение грибом вызывает преждевременное падение листьев. Иногда побеги начинают вторичный рост, во второй половине лета не успевают вызревать и гибнут. Так что внимательно осмотрите свои деревья. Если вы обнаружили на них или вот такие пятна, или такие вот отверстия, это дырчатая пятнистость. Немедленно проводите обработку. Если вам видео понравилось и вы считаете его полезным, ставьте лайк. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий. И до встречи на канале с Ольгой на 6 сотках.